Шел 2015 год. Аня Клажанская делала импотент записи, находясь в норе под горой. Анечка, это тебе на память. Везите в мой дом. Надеюсь, ты будешь вспоминать меня с такой же любовью, как и я тебя. Мою горою, норою под горою. Это моя гора, на которую мы так и не сходили. А это цветочки. А это ты сидишь, дела как всегда делаешь. Что такое?